Привет, друзья! Канал «Реализация законного права». Разберем ваши права по временной защите в Италии, в Неаполе, в контексте действия украинцев, которые прибыли в Италию, в Неаполь, и у вас нет места для проживания. Друзья, также не забываем директива о временной защите 2001/55/ЕС и решение Совета ЕС об ее активации для украинцев 2022/382 от 4 марта 2022 года устанавливает только минимальные стандарты защиты, которые должна обеспечить каждая страна Евросоюза для украинцев. Поэтому обязательно нужно смотреть законодательство страны ЕС той, где вы планируете остаться. А это видео посвящается режиму временной защиты в Италии, в Неаполе. Итак, действия лиц, которые прибыли в Италию, в Неаполь. Шаг первый. Зарегистрируйтесь онлайн в Генеральном консульстве по ссылке под видео. Второй шаг. Для групп людей, которые приезжают организованно автобусами, рейсовыми и бусами или частными автомобилями. Если у вас нет места для проживания в Неаполе, необходимо обратиться в администрацию, то есть резиденции. Подробнее на итальянском языке оставлю в описании под видео. В данной структуре вам на безвозмездной основе будут предоставлены следующие услуги. Тест на COVID-19, оформление временной карты медицинского обслуживания в Италии, Codice STP, оказание медицинской помощи и консультаций психолога при необходимости. Также обеспечение жильем, продуктами питания, питьевой водой, одеждой, средствами гигиены. Также регистрация в полиции. Представители МЧС Италии и Красного Креста будут доставлять от резиденции группы людей в миграционный отдел полиции в город Неаполь с целью получения вида на жительство. В резиденции в миграционном отделе полиции в городе Неаполь на постоянной основе будут работать волонтеры-переводчики. Также в описании под видео оставлю информацию о переводе на итальянский язык всех необходимых юридических терминах, чтобы вы не запутались. Подписывайтесь на канал, чтобы знать свои права за границей. Друзья, увидимся в следующем видео.